Привет, ты на канале Magic Pets. Я суперпёс Эйвен Бро. И сегодня мне исполняется 8 лет. Как будто даже в рифму сказал. Нас уже 1,5 миллиона, и ты подписывайся. А я София, его сестра. Слушай, ты лучше поставь день рожденческий лайк на видео в подарок для Эйвена. Вот там внизу. И напиши ему приятный поздравительный комментарий. Тем более они в видео попадают. А я хочу сказать спасибо всем ребятам за... Эй, вы чё? Что, кис Алис? А как же показать ребятам, что мы тебе подарили, а? Ну да, короче, мальчик я уже большой, мне все-таки 8 лет, и я попросил всех не дарить мне ненужные вещи, а подарить то, чем я реально буду пользоваться. Вот. Аня подарила мне крутой мяч для игр в нашем дворе, а теперь он у нас большой. Моя сестра Софи подарила мне мороженку-игрушку ее любимого цвета. Моя жена, как я ее называю, Миша Лайк, подарила мне игрушку-печенюшку своего коричневого цвета. А киса Алиса подарила мне игрушку-кусок сыра с мышью. Это в ее духе. А моя, типа, приемная дочь, покемон Юмичу, подарила мне банан. Серьезно? Юми? Веселый желтенький бананчик поднимет тебе настроянчик. Юми, это глупо. Он такой прикольный, любимого моего желтого цвета покемона. Ладно, Юми, проехали. Классный же. Да уж, покемон, бананодаритель. Ну и что? Аня говорила, сейчас нам уже приходить. Да, ага, через 5 минут уже надо идти. Ну так вот, сейчас мы пойдем праздновать день рождения, а ты после этого ролика обязательно сходи на наш канал Magic Family, ссылка будет вот там внизу, потому что там аж целых 2 новых видео. Да, и оба они очень прикольные, там безумные товары, как мы пробовали кошачье вино. И сегодня новое видео про день рождения Эйвена. Не просто про день рождения, а там столько всего, обязательно потом сходи и посмотри новые ролики везде. И на нем канале, по-моему. На нем канале вышла новая серия Смешокиных на днях. Короче, везде крутые новые видео, потом после этого сходишь и посмотришь. Вот там ссылки внизу. Внизу. Пока вы там сломитесь, пойду кое-что сделаю. А я пойду Аню позову. А я в честь дня рождения Эйвена хочу попробовать винцо для животных. Кис Алис, может ты не будешь пить одна, а? А че это? Может я винишко тян? Ну как скажешь, я тебе налью немного, ладно? Давай-давай. Прошу, ваше величество, винишкотян, пробуйте. Короче, как мы с Аней пробовали вино для животных и нашу реакцию, смотри на канале Magic Family, да? Да-да, Алис, но этот ролик уже вышел несколько дней назад вообще-то. Ну а вдруг ребята его еще не посмотрели? А я хочу, чтобы они посмотрели видео со мной. Как раз увидят и твою реакцию заодно. Вот это жизнь, а на каждом дыре так. Дыре у одного, а кто-то из гостей самый наглый. Она еще и торт твой первее всех слопает, Эйвен. Если это вообще торт будет... Эх, это они там про меня сплетничают. Надо сделать пранк над ними. Типа я тот самый гость на дне рождения, который обычно сам с собой в уголке сидит, винника подтягивает, а потом начинает песню орать. Киса Лиз, ты зачем бутылку уронила? Мало половин, мало-мало половин. Мало половин, мало-мало половин. Мало половин, мало-мало половин. Я открываю мир других мужчин. Алис, это что было, прости? Я-на-на. Это ты типа напилась? Какой хороший дыры. Мало-пало. Стоп-стоп-стоп, Алис, знаешь в чем прикол? Где это я? Ну и в чем? Это вино безалкогольное. Да ну, врешь, мало половин. Да не вру я, напиток на травах для животных. Просто так по приколу называется. Ой, да ну тебя, ну и что? Да уж, киса Алиса пранкануть нас, кажется, не сумела. Сделала вид, что напилась, а на самом деле вино безалкогольное. Пранк не удался. Очень смешно, киса Алис. Ой-ой-ой, ну и что? Я-то видела, как вы в ролике там это вино хлистали, так что нечего тут. Ой-ой-ой, киса Алиса, да ладно, значит тебе можно что-то чуть-чуть попробовать, а нам нельзя? А не сама тоже попробовала. И нам дала. А нам, значит, отказываться, что ли, надо? Вот мы и пробовали тоже вместе. Ой, да ну вас, какие же вы зануды бываете, и покемон стала с вами заодно. Ничего не правда, я не согласна. Слушайте, хватит, стоп, сегодня мой день рождения, каждый день рождения такой. Ребят, все, давайте лучше готовить день рожденческую пиццу. Ого, в этом году не торт? Крутой сюрприз, Ань, повезло тебе, бать. Да, я знаю, я классный. Если хочешь быть совсем классным, на день рождения вообще-то надо нарядиться. Вообще-то, киса Алиса, Эйвен уже это продумал. И надел галстук, да? Да, я надел. Чуть за кружка тут валяется. Ань, ну что, пицца-то праздничная, готова? Классный галстук у тебя, бань. Спасибо. И классный или красный? По-моему, пора отучить Юмичу шепелявить. Да, покемон? Даже на день рождения начинается, ну вот, ну вечно вы ущемляете мои права. Да уж, вообще-то вы с Мишей Эйвен давно собирались ее отправить к логопеду. Так что это вы плохие родители. Че это мы плохие родители? Ее в школе должны были учить, да? Ну, сейчас начнется. Опять про
про эту свою школу, ты же девочка и понеслась, да? Юмичу не бузи. Если Юми бузит, значит она Бузова. Юми Бузова. Классно, я шутку придумала. Это что еще за белая сопливая фигня? Что-то это как-то не похоже на пиццу. Подождите, подождите, без меня не начинайте. Я думал, пицца как-то по-другому выглядит. Да это только тесто, ребят, ну вы че? А, ну слава собачьему богу, я уже испугался. Ань, слушай, а на канале Magic Family будет рецепт этой пиццы? И не только рецепт, тетя Софи. Ой, Юмичу, отстань, ты откуда знаешь? А я ролик-то видела. Че, правда, про мой день рождения? Ань, давай эксперимент над киской Алиской. Проснется она, если ей сметанную крышку под нос сунуть или нет? Вот кто ролик-то про день рождения Ивана на канале Magic Family точно не видел. Киса Алиса, потому что она все проспала. Проспала и сметану проспала. А что, Ань, правда, на главном канале Magic Family ролик про мой день рождения с пиццей вышел, да? И рецепты, и сама пицца, и реакция, и мой дре, да? Иван, как ты мог пропустить это видео? Даже я его посмотрела. А раз Иван пропустил, может быть, Маджики тоже не смотрели это видео на главном канале, ага? Ребят, обязательно потом сходите и посмотрите, и поздравьте Ивана с днем рождения, да, Софи? А, чё, Миш, ты зачем мне попой на голову села? Я ребятам про ролик рассказываю. Ну да, Миш, но только это не причина садиться мне на голову. А так да, он же сегодня вышел, мы вместе смотрели. Мы ссылку оставим в описании, потом сходите и Эйвона поздравьте. Дай, Ань, дай, чё это? Да, Эйвону будет очень приятно, да, Эйвон? Конечно, а кому не было бы приятно? Ну, и где обещанная пицца? Я тут проснулась, сижу, жду за стойкой. Чё это они там делают? Да, слюнки уже текут. Не родной тебя текут, Миш. У меня уже одеяло промокло, подушка промокла, весь плед промок от слюней. Хочешь морковку пока что пожевать, Алис? Чё-то не буду я никакую твою морковку, сама её ешь, я чё-то травоядная, что ли? Аня, дай мне попробовать, а! Ты морковку хочешь, Юмичу? Да-да-да, я хочу попробовать эту огромную оранжевую штуковину, ну пожалуйста, ну! Алис, ты будешь всё-таки? Нет! Пусть вон покемон пробует эту фигню. А я выросла с собаками, я настоящая собака. Не буду я эту ерунду. Слушай, собака, от тебя вот эти вот куски по всему дому на всех подушках и одеялах. Это вообще не мое. Ага, конечно. Это не мое, это я в борьбе с чудовищем клок от него оторвала. Ага, конечно, ну ты врунишка, киса Алиса. Сама ты врунишка, покемон. А ты вообще покемоном называться недостойно, морковь жрешь. Ну и что, ну дай, я не просто хочу попробовать. Да на, держи. Ничего себе, какая большая штуковина, как ее во рту-то удержать. Язык не помогает даже, как это. Упала! Что упала, то пропала. Эйван, ты куда это понес? Ну-ка, отдай. Аня, дай я попробую подержать. Ну на, попробуй. Ага, спасибо, какой огромный кусок. Ладно, ребята, увидимся за ужином. Софи, стой, ну-ка, кто разрешал носить? Че, кто, кого носить? А, я вообще не понимаю, о чем ты. Никто ничего не собирается никуда нести. Да уж, Софи, очень смешно. Короче, я запрещаю, чтобы какая-то морковь и вообще любая еда валялась по всему дому. Можно просто маленькому кусочку? Ладно, по одному маленькому кусочку каждому дам, даже кисе Алисе предложу, будешь все-таки? Сказала же я, собака, не жру эту дурацкую морковку. И каждый день рождения такой, все вечно только и делают, что спорят. А если я ем морковку, я не собака? Миш, не слушай кису Алису. Сколько можно дать, дай что-нибудь другое тогда. На, держи, ты что сегодня, не в настроении? Это что такое ты мне дала, это что это что, перец сладкий что ли, ты издеваешься, да? Между прочим, кис Алис, многие домашние питомцы любят всякие овощи, огурчики там, морковочку, перчик. Ты имеешь в виду барашки и козочки, да? Мясо гонянь. И вот на каждом дне рождения по-любому есть вот такой вот гость, который вечно бурчит. И сидит за столом с недовольной мордой. Да уж, прям как киса Алиса сегодня. Бе-бе-бе-бе-бе, только и умеет что сплетничать и обсуждать других. Лучше бы на себя посмотрели. Сами-то мясо хотите, как я. Сидите вон над душой, Ваня, и ждете, когда пицца будет готова. А еще на меня наговариваете. Так, ребят, у Эйвона сегодня праздник, день рождения. Перестаньте ругаться, как маленькие дети, мы же дружная семья. Вот именно, Аня права, мы же Magic Family. Вообще-то наш канал называется Magic Pets. И Солис, и вообще, где твое уважение к старшим? Тебе в сентябре был всего год, а Эйвону 8 лет. Ой, ну простите. Ладно, молчу. Вот и все, потерпите, скоро праздничная пицца наша будет готова. Ладно, может, кем-то я была и не права, что портила день рождения. Извини меня, Эйвон, все равно я собака. Я прощаю тебя, киса Алиса. А Аня еще долго? Я стараюсь как могу. Значит, ты не очень хорошо стараешься, да, Ань? Почему это? Я что? Не парьтесь, ребята, я тут сверху держу все под контролем. Все уже почти готово. Аня, дай мне просто один кусочек мяса, ну пожалуйста, ням-ням-ням. Ань, да дай ты этот кусок, чтобы она успокоилась. И нам по кусочку мяса можно дать, пока ждем. Да, давай, Ань, так будет очень честно. Ладно, уговорили, замучили. О, ну наконец-то, самый лучший день рождения. Это тот, на котором есть кусок сырого мяса для песика Алисы. Так, пока Аня мясо дает, я к
кое-что сделаю. Держите всем по кусочку. Алиса! А чё, я ничего. Алиска, блин, чуть пиццу не украла. Ну что ж, Ивасик, поздравляем тебя с днем рождения и желаем тебе главное здоровье. Все остальное и так будет. С днем рождения тебя, с днем рождения тебя, с днем рождения поздравляем, с днем рождения тебя. Короче, как мы ели собачью пиццу, как Аня ее делала, какая она получилась, какая Юмичу воришка, и как Аня была в шоке от того, что мы в итоге сделали с едой, иди смотри на канале Magic Family. Спасибо за поздравления, пока.